Жители северо-западного района столицы отстояли свое право на комфортную городскую среду. Люди по бульвару Юности боролись против строительства двухэтажного частного медицинского центра во дворе. Обращались в различные инстанции. Прокуратура провела проверку по этому делу и выявила ряд нарушений, начиная с момента предоставления участка и заканчивая организацией строительства. Прокуратурой установлено, что этот участок был образован в том числе из части земельного участка, у которого был вид разрешенного использования для обслуживания дворовой территории. Мы полагаем, что использование этого участка без согласия жителей многоквартирного дома администрации города незаконно, в связи с чем в суд направлено исковое заявление о признании у администрации города отсутствующим право на распоряжение данным земельным участком. Кроме того, нами была проверена законность продления разрешения на строительство. Было установлено, что компания-застройщик подала документы на оформление продления разрешения на строительство с нарушением установленного срока. Кроме того, при выдаче разрешения не было учтено, что проектом строительства предусматривается использование ближайшего участка скверы для организации проезда, что по видом разрешенного использования данного участка не представляется возможным. При удовлетворении судом исковых требований прокурора, по сути, компания-застройщик, как и администрация, потеряет право на осуществление строительства на данном земельном участке.